У нас почти 1500 аппаратов ИВЛ, как вы знаете, да, об этом эта цифра уже неоднократно звучала эта цифра. Все эти аппараты, к счастью, на сегодняшний день не задействованы, только часть из них, но это хороший резерв, который был заготовлен для того, чтобы на случай, если понадобится, у нас такие резервы были. Еще раз, к счастью, большая часть этих аппаратов не нужна, не задействована, они находятся в резерве. И на сегодняшний день из расчета на душу населения у нас достаточно внушительный запас. Аппараты, о которых вы говорите, вопрос, который вы поднимаете, составляют какую-то совершенно мизерную долю из всех тех аппаратов, которые в республике сегодня есть. Они никак не были задействованы, то есть они в резерве находились, никак не работали. Каков будет порядок, это определяет Росздравнадзор. Безусловно, мы в данном случае исполняем строго те требования, те решения, которые приняты Росздравнадзором в этой части.